Меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С и практикующий консультант-аналитик 1С. Мои области – это документооборот, электронный документооборот, оперконтур, учет предприятия. Как мы с вами сегодня будем взаимодействовать? Мы будем идти по нашей теме. Все вопросы вы можете задавать в чат. В чате вижу вопросы, частично смогу отвечать сразу по ходу вебинара, если это идет по теме, укладывается в нашу тему вебинара. Если это нужно будет как-то отступать, я не смогу развернуть ответ прямо по ходу вебинара, то в конце мы уделим этому времени, но в крайнем случае, там, если прям какой-то большой вопрос, мы его рассмотрим отдельно. У каждого участника сегодняшнего вебинара есть возможность встречу провести с нами отдельно, конкретно по вашей организации, конкретно по вашим вопросам, там, по внедрению, по каким-то текущим вопросам внедренной системе, как документооборот тройка, так и 2.1. Будем рады помочь, то есть связываемся после вебинара, назначаем встречу и разбираем ваш вопрос. Это в качестве бонуса всем участникам нашего вебинара. По материалам вебинара запись ведется. Запись будет размещена на ряде ресурсов на нашем сайте, на YouTube обычно размещаем все материалы, презентацию вам будет направлена на почту. Также бывает по ходу вебинара какие-то темы задаются, на основе которых мы строим свои дальнейшие анонсы, свои дальнейшие темы выстраиваем, поэтому обязательно все, что приходит вам в голову, все, что вам интересно, пишите, собираем статистику. По таймингу 45 минут у нас с вами идет вебинар. Мы сначала, так как тема у нас прямо сегодня объемная, очень важная, очень интересная, мы будем идти по теме вебинара, по нашим пунктам. Сейчас я их выведу на экран, чтобы вы их видели. Так. Кто-то у нас там с экраном рисует на экране. Так, принимаю. Мы будем идти по темам. Если все вопросы, которые у вас возникают, не если, а все вопросы, которые возникают, мы будем рассматривать в конце, в основном вебинара, оставим на это время, либо я буду прям по ходу вот отвечать на ваши вопросы, если смогу это уместить в свой монолог. Так. Добрый день, по прошлому вебинару не пришла ссылка на запись. Можете прям по всем дублируется в Телеграм. Ну, по разным каналам дублируется. Это больше, наверное, к маркетингу вопрос. Вы свою почту отправьте, либо какой-то канал связи, куда мы можем по прошлому вебинару вам ссылочку прислать, потому что в интернете уже точно все выложено. Я видела записи, так что либо прям по теме ищите в интернете, либо мы вот вам ссылочку пришлем, куда напишите. Можете почту скинуть сюда. Так. Люди у нас подключаются. Угу. Так, почту вижу. Отлично, Анна, тогда скинем. По ходу дела тогда всех остальных буду запускать. Еще раз говорю, если отключаетесь, то я вас обязательно подключу, но, возможно, придется немножко подождать. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это настройка прав в документооборот 3.0. Сначала мы с вами рассмотрим интерфейс и общий обзор возможностей сделаем по программному продукту документооборот 3.0. И потом поговорим поподробнее по настройке прав, как осуществляется. Здесь вот у нас в подпунктах указаны именно особенности. Ну и вообще в общем рассмотрим, как же настраиваются права, потому что все равно программный продукт – это продолжение 2.1. И какие-то вещи у нас из 2.1 также пришли. Уже, возможно, кому-то знакомые. Кстати, скажите, а кто сейчас пользуется документооборот 2.1 или, может быть, уже тройку кто-то внедряет на каком-то этапе? Напишите прямо в чат либо 2.1, либо 3, что сейчас на каком этапе. Угу. Угу.
Да, вижу, что очень много пользователей документа оборот 2.1. Кстати, скажу к слову, у нас во вторник будет вебинар по настройке прав в документ оборот 2.1. У нас эти две программы как бы неразрывные, в любом случае говорим про тройку, вспоминаем про 2.1, планировали вебинар по настройке прав 2.1 сделать раньше, но, к сожалению, вот по состоянию здоровья получалось так, что перенесли вебинар, у нас немножко хронология нарушилась сегодня по тройке, и во вторник мы по 2.1 уже будем идти. Итак, приступим к первой части. Это у нас описание самой системы документооборот 3.0. Что у нас тут есть, что есть нового. Сам интерфейс программы у нас изменился. Сейчас, наверное, мы с вами перейдем в саму программу. И будем смотреть не на презентации, а на самой программе. Так, сейчас все лишние окошечки сверну. Сейчас мы находимся в рабочем столе Федорова ОПЭ, это у нас директор, специально вывела сначала рабочий стол директора, чтобы мы посмотрели именно пользователя, а не администратора рабочий стол, что у нас здесь нового. Ну, сразу по внешнему виду мы видим, что совершенно иное и визуал у нас, рабочий стол зависит от тех виджетов, которые у нас привычный уже вид виджета, он немного видоизменился, и при этом это остается все тот же виджет. Набор виджетов зависит от пользователя, то есть под каждого пользователя свой виджет, есть стандартный набор виджетов, это... Допустим, для рабочего стола руководителя, вот мы сейчас видим то, что максимально актуально именно для руководителя. При этом виджеты можно добавлять, настраивать рабочий стол руководителя так, как надо, убирать те пункты, которые не нужны, не так актуальны, и добавлять те функции, те виджеты, которые максимально актуальны, на которые хочет видеть руководитель. И так для каждого пользователя, то есть у администратора это будут настройки, у сотрудника рядового будут свои виджеты, которые актуальны именно под его задачи. А что мы видим еще здесь нового? Новое мы видим блок навигации, то есть здесь расположены колонки, вот сейчас мы видим реестры, справочники, настройки классификатора и предприятия. Такие колонки выведены у руководителя, ответственного за НСИ, и у администратора, то есть такой набор колонок. У обычного рядового сотрудника это реестры и справочники. То есть для того, чтобы не использовать вот это основное меню, не заходить во вкладки, можно прямо с рабочего стола вывести те реестры и справочники, которые максимально актуальны для работы, которые нужны, и уже использовать в своей работе именно их. Наполнение тоже можно настроить под пользователя. Обновление рабочего стола у нас здесь уже идет автоматически по мере поступления обновления задач и элементов системы. Здесь мы видим указания. Сразу мы можем перейти, открыть задачи, видим количество новых поступивших задач и сразу можем ориентироваться, что нам нужно сделать, открывать, переходить в списки, прямо отсюда можем. Вот это очень удобно, не заходя в само меню. Что же у нас происходит в самом меню? То есть мы можем видеть, что состав элементов у нас поменялся. Поменялся он, ну, те, кто использует документооборот 2.1, это могут заметить. Конечно, для кого документооборот 3.0 – это совершенно новая система, тут уже вот просто как есть информация. То, что была собрана статистика, были отзывы от пользователей, что у нас находится в системе, какие элементы у нас выводятся. И уже на основании запросов пользователей были сформированы именно такие наборы
элементов, и именно в такой форме они выводятся. Также хочу отметить, что наполнение доступных функций, доступных элементов, оно зависит от настроек системы, то есть если какой-то функционал вы не используете изначально настроенным, то и элементы, связанные с этим функционалом, вы, конечно же, не увидите в своих инструментах. Это уже на этапе внедрения необходимо продумывать. То есть важно сразу на этапе внедрения понимать, какой функционал вы будете использовать, какой не будете использовать. И есть критичный функционал, который нужно настраивать сразу изначально, есть функционал, который можно настраивать уже по ходу работы, включать, выключать, когда вам это удобно. Есть принципиальные отличия, очень важный документ оборот тройки от 2.1. У нас был отдельный вебинар на эту тему. Сейчас дату точно не скажу, но там прям вот мы все отличия проговаривали. Теперь у нас работа с документами по-другому строится, то есть теперь нет у нас входящих внутренних документов, у нас теперь вот документы таким образом выглядят. То есть это у нас общий идет справочник. Вот. Ну, подробнее об отличиях принципиальных документооборот 3 от 2.1 тоже можете вот посмотреть в отдельном вебинаре. Если кому-то нужно, пишите в чат. Ссылочку мы вам по контактам направим, какой вебинар можно посмотреть. Так, теперь предлагаю переходить к основной нашей теме. Настройка прав документооборот 3.0. Я сейчас перейду в другого пользователя, зайду в систему под администратором, чтобы у нас были полные права. И да, хочу заметить, что мы сейчас работаем в демо-версии в браузере, поэтому у нас, конечно, возможности ограничены, не все функции мы можем полноценно прям. Так, видно, хорошо. Вот вижу вопрос в чате, как зарегистрироваться на права доступа 2.1. Так, Анна, вы нам свою почту, насколько помню, скидывали. Мы тогда вот вам это тоже, да, вот вижу, что есть. И ссылочку на следующий вебинар мы вам тоже направим на 2.1 во вторник. Также у нас будет в 11 часов. Так, сейчас мы видим рабочий стол администратора, функция администратора, и где у нас вообще происходит вся работа по настройке прав. Ну, вот я сейчас открою пока блок, то есть вот у нас рабочее место сотрудника, который занимается настройкой прав. В настройках права доступа у нас раздел, и здесь все, что касается настройки прав. Хотела бы сказать некоторые предисловия, некоторые важные моменты, которые, конечно, в технических описаниях, в технических инструкциях вы встретите навряд ли. Что важно учесть, когда вы планируете внедрять документооборот? Сейчас эта тема очень актуальна, потому что многие пришли на удаленку, кто-то давно уже перешел, но до сих пор автоматизируется, кто-то никак не мог решиться автоматизировать до конца свои процессы, но сейчас уже настолько распространена у компании эта задача автоматизировать именно работу с документами, согласование документов, хранение. Кто-то использует электронно-цифровую подпись в процессах, кто-то просто для работы с документами внутри компании. Максимально важно при внедрении документооборота провести тщательный анализ вашего процесса на этапе запуска самой программы. То есть когда начинаешь смотреть демонстрацию, там, допустим, или вебинар, кажется, так все просто, вот сюда по папочкам разложил, тут доступ настроил, сидишь и себе работаешь, согласовываешь документы.
очень важно понимать, какие документы вы используете, в каких целях, какие пользователи у вас будут иметь к каким документам доступ и что они с ними должны делать, с этими документами. Потому что, вот, во-первых, правильное описание полного документа оборота, который вы будете автоматизировать, дает понимание полного списка пользователей и полного списка задач, которые вы будете решать. Вот это вот понять очень важно. И уже исходя из ваших задач, нужно понимать, какие права каким пользователям и каким группам пользователей нужно дать. Чем тщательнее вы это продумаете, тем меньше рисков и проблем у вас будет больше потом. Потому что разграничение прав пользователей – это первое. Какую задачу решает разграничение прав пользователей? Первое – это избавляет ваших сотрудников от лишней работы и лишних затрат времени. Когда сваливается огромное количество функций, огромное количество документов, процессов, в которых сотрудник не участвует, он теряет время, у него, во-первых, расфокусировка, он видит информацию, которая ему не нужна. Одно дело, когда бумажный документ ему принесли, и он изучает какой-то конкретный бумажный документ, а другое дело, когда он просматривает списки документов, списки задач на какие-то действия с документами, и расфокусируется, он читает, изучает то, что ему не нужно, участвует в каких-то взаимодействиях, тратит на это время. Конечно, это очень мешает работе, и важно продумать, что каждый сотрудник должен видеть, что ему требуется для выполнения именно своей работы. И вторая задача – это, конечно же, сохранность информации, это политика безопасности, которая используется на вашем предприятии, вашей организации. Если случайно нажать не на ту галочку, неверно настроить доступ, то ваши какие-то финансовые данные, данные внутренние, коммерческие, несущие коммерческую тайну, они могут случайно попасть в доступ людям, которые этого не должны знать, распространиться, и это вот очень большой риск. Именно поэтому нужно четко описывать сразу и при начальной настройке, какие права кому нужно дать. Второе, это нужно произвести эту настройку таким образом, чтобы настройки не конфликтовали, потому что есть несколько уровней настройки доступа к данным, и если вы сделаете противоречащие настройки, одна настройка будет разрешать, другая запрещать, и будет ли эта запрещающая настройка работать при этом, но вот это нужно обязательно все продумать, все до мелочей. Если, допустим, с вами работает какая-то компания, которая занимается, ну, многие просто идут компании по пути, что мы автоматизируем сами, мы все прекрасно знаем, и идут сразу в бой, то есть открывают программу боевую, пускают туда пользователя и начинают сразу все настраивать, все начинает работать, документы там, а потом сталкиваются с проблемами. Вот именно на внедрение документооборота важно сначала изучить ваши процессы, все тщательно описать, сформулировать, проверить, все ли вы описали, пообщаться со всеми пользователями, все ли вы учли. И только после этого запускать свою работу с самой системой, то есть начинать настройки, там, начинать работу в системе и человеку, который занимается автоматизацией. Пускать пользователей на этом этапе тоже пока нельзя, то есть сначала вы наполняете систему, настраиваете, отлаживаете все процессы, и только когда у вас система готова, только тогда можно спускать пользователей, иначе вы очень рискуете это. Очень часто эти моменты они недооцениваются компаниями, которые внедряют документооборот. Вот. Ну, вот, потому что здесь очень, ну, в любой системе описание и внедрение ролевой модели корректное, оно очень важно. Ну и в документообороте оно максимально важно.
Вот, и плюс еще, если вы используете, допустим, электронно-цифровые подписи для документа оборота уже юридически значимого, это тоже очень важный момент, и здесь все вдвойне нужно учесть, у кого какие доступы, кто какие права имеет, чтобы осуществлять действия. Так, Анна, я вижу вопрос, сейчас мы к нему тогда вернемся. Итак, рассмотрим, какие у нас есть возможности разграничения прав доступа в документооборот 3.0. Мы уже поговорили с вами, что основное рабочее место сотрудника по работе с правами доступа – это вот этот раздел «Настройки права доступа». Сотрудника мы обычно выделяем какого-то одного, либо за каждую группу документов мы назначаем какого-то ответственного сотрудника, и он уже контролирует корректность прав, корректность периодически, но мы рекомендуем раз в месяц проверять корректность настроек прав, делать мониторинг и актуализировать, что у нас есть в правах доступа, какой у нас есть, какой первый шаг. Первый шаг – это полномочия. Полномочия – это предопределенный набор ролей. Ну вот давайте возьмем администратора и посмотрим, какие у него есть функции роли. То есть это предопределенные роли, что сотрудник может делать в этих системах, какой функционал заложен в его роль. То есть это стандартное, которое мы назначаем. Ну вот мы можем посмотреть, кому у нас выдано это полномочие. Мы видим, что у Яковлева, у Ковалева и Ковалева Сергея Дмитриевича у нас выданы полномочия администратора. Мы можем создавать свои новые какие-то полномочия и уже под наши задачи, то есть если мы видим, вот, ну, допустим, вот давайте откроем пользователя. Как у нас выглядят пользователи? Галочками проставлено то, что у нас есть, и мы всегда можем зайти посмотреть набор ролей, которые у нас есть в нашей системе, которые этим пользователям назначены. И здесь вот ярко видно, то есть если мы заходили в администраторов, то там конкретным пользователям были эти полномочия назначены. Здесь у нас группа пользователей, все сотрудники. И можем вот в нее перейти, посмотреть. Вот, рекомендуется назначать именно группы, потому что когда вы конкретных пользователей назначаете, ну вот когда вот такое массовое назначение, потому что если у вас большое количество сотрудников с такими полномочиями, то каждый раз вам нужно, создавая пользователя, прописывать, какие у него полномочия. Если вы группу добавляете, это гораздо проще, удобнее. Ну вот рекомендация такая. Работать с полномочиями. Вот, и этот функционал у нас работает в 2.1 и в тройке. Тут он, в общем-то, особо не отличается. У нас отличается очень сильно отличается теперь назначение прав к работе с документами, мероприятиями, проектами. То есть если ранее мы назначали специальные права, там были очень сложные настройки именно в документообороте 2.1, то есть это очень сложная система. Вот мне кажется, Анна как раз насчет этого вопрос задавала. Вот теперь у нас нет такой сложной системы, то есть документ 3.0 все просто. Если сотрудник связан каким-то образом с элементом системы, то он автоматически получает права на работу с
с этим документом, то есть где-то он в процессах связан с этим документом, и он автоматически получает доступ на действие с этим документом. Бывают такие ситуации, и тоже такой вопрос часто задают, если, допустим, у нас автоматически назначились права, и сотрудник может видеть документ, может с ним работать, но это нежелательно, такой автоматический доступ, потому что он где-то там, сотрудник все-таки задействован в процессах, но это коммерческая какая-то информация. Вот можно закрыть такую возможность на автоматическое назначение прав. Итак, у нас идет в документах автоматическое назначение прав. Если вдруг вы понимаете, что какому-то виду документов вам не нужно автоматическое назначение прав, то есть есть документы, которым вы хотите эту функцию отключить, это возможно. Делается это следующим образом, то есть через вид документов. Так. Доступ к документу. То есть вот эта галочка. Запретить автоматическое расширение доступа, оно закрывает вот эту возможность автоматически давать доступ, если у вас где-то в цепочке есть сотрудники, которым до этого не были назначены доступы. Вот как раз-таки эта функция решает вот этот вопрос. То, что раньше было в политиках доступа, то есть специальные разрешения настраивались, была сложная система, вот сейчас этой системы уже нет, она упраздняется, то есть теперь вот используется автоматическое назначение прав. Причем к элементам, допустим, к документам идет полностью автоматическое назначение прав, если в проектах, там своя технология, то есть там не ко всем элементам идет полностью автоматическая, можно частично ограничить. Мы прям сделаем отдельный вебинар, наверное, больше технический, где мы покажем, каким образом можно вот с такими точными настройками работать, как можно их скорректировать. То есть нужно прям, вот как я уже говорила, изучать ваши процессы, где допустимо делать автоматическую настройку, то есть она, конечно же, упрощает жизнь в ряде случаев, когда постоянно, вот у нас очень часто бывают запросы на поддержке, кого мы держим на документообороте 2.1, что пользователи начинают выполнять свою работу обычную, у них просто документы не в доступе, которые должны быть, и получается промедление с какими-то задачами, если не актуализированы были настройки в документообороте. Вот здесь получается, если документооборот 3.0 этот вопрос решает, в то же время важен момент безопасности, поэтому нужно очень трепетно к этому относиться и все важные документы вот продумать, к чему они относятся, каким процессом, каким образом, по какой технологии назначаются права, именно для этих документов автоматически изучить, потому что есть информация, она больше такая вот техническая, объемная, не стала ее вносить в презентацию, но она есть в доступе, если кому-то нужно, то можете тоже обращаться, там в конце я наши контакты дам, куда можете обратиться, мы ее можем направить, где ее можно взять, либо проконсультировать, изучить ваши процессы, каким образом происходит автоматическое назначение прав. Допустим, если это проект, то у руководителя проекта есть доступ на редактирование, на просмотр, на работу полностью со всеми документами. Если это просто участники процесса, участники проекта, то там идет просто на просмотр. И вот такие вот точные моменты, точечные, которые нужно учесть при
при формировании вот это описание картины вашей, у кого какой доступ будет, вот это нужно прям трепетно сесть и прописать на этапе, когда вы внедряете документооборот. С одной стороны, видеть вот проще, с другой стороны, сложнее. Вот. Ну, вот это вот прям особенность, отличие документооборот тройки от 2.1. Все, кто работает в документооборот 2.1, они помнят эту тему с назначением прав на папки, на документы, группа документов. Группа доступа физических лиц. Мы о них говорили. Тут они у нас не созданы. То есть создаются группа доступа, и лучше использовать у нас, ну, везде, где вы используете не отдельные сотрудники отдельных пользователей, а группа доступа, либо рабочие группы для того, чтобы не, ну, когда у вас сотрудник уволился, либо сотрудник там, пришел в другое подразделение, у него теперь другая должность, чтобы он, его права были, его полномочия были привязаны именно к конкретной группе доступа, а не к его учетной записи как пользователю, потому что это сэкономит вам значительно время, сэкономит вам силы и поможет вовремя проконтролировать, понимать, что у вас происходит с настройкой прав именно сотруднику, которым этим занимается. Также у нас есть инструмент документооборот 3.0, это грифы доступа. Вот в данном случае у нас тут как пример созданы два грифа доступа, это общий и коммерческая тайна. Гриф доступа работает как ограничитель на полномочия. То есть, если полномочия разрешают работу с каким-либо документом конкретному пользователю, при этом у документа наложен гриф доступа, то гриф доступа, он получается запрещает, ну, сужает те документы, список тех документов, с которыми может работать пользователь. То есть он несет в себе ограничивающую функцию. Вот в данном случае мы сейчас видим гриф доступа общий. Он действует для всех сотрудников. И гриф доступа коммерческая тайна, он действует только для определенных пользователей. Вот, то есть мы видим, что здесь у нас определенные именно пользователи добавлены, а там не конкретно пользователи, а все сотрудники. Вот, тут важно понимать, если здесь у вас большая группа людей, то лучше группу сделать. Вот, ну и видим, что здесь именно назначен ответственный, это очень важно, как я уже проговорила, то есть все, что касается безопасности, все, что касается работы с доступами, где-то, ну, обычно ведется некая матрица в форме, ну, мы вот, когда внедряем документооборот, мы прописываем матрицы, кто к чему должен нести, ну, и иметь доступ, какие есть ограничения, какие есть критичные ограничения, которые важно максимально там 10 раз проверить перед внедрением, чтобы, не дай бог, где-то что-то не наложилось друг на друга, и сотрудник, который не должен иметь доступ к информации, чтобы ее вот получил. Так, ну и, конечно же, как я уже проговорила, сотрудник должен мониторить какое-то ответственное состояние прав, назначение прав. Все назначения прав, когда вы впускаете нового сотрудника в систему, должен кто-то контролировать и по этой матрице проверять. Далее у нас есть такое понятие, как локальные администраторы. Ну, вот у нас система не всегда демка поддерживает все функции. То есть какова функция локального администратора? Локальный администратор,
по конкретным документам имеет доступ конкретного уровня. То есть, ну вот, например, там документы, у нас Зеленец Нина Владимировна, редактирование, уровень доступа. То есть уровни доступа тоже могут быть разные, может быть несколько уровней доступа у пользователя. Этот доступ перекрывает остальные запреты. То есть он на конкретном виде документа дает доступ пользователю на все действия. Такой функционал локальных администраторов, он в 2.1 тоже был, то есть он сюда у нас мигрировал, перешел, здесь тоже можно его использовать. Вот он у нас есть. Далее, что у нас еще есть в работе сотрудника? Ну и, конечно же, есть у нас кнопка управления расчетом прав, можем ее пропустить. Это тоже вот одно из основных пунктов рабочего места сотрудника, который у вас работает с документами, настройки прав доступа. Мы также можем через настройки зайти в то же самое меню. То есть здесь мы можем, вот важная галочка, добавлять руководителям доступ подчиненных. Не везде это работает. В зависимости от того, какие подразделения, в зависимости от того, как выстроена структура предприятия. И забывает про эту галочку, итогом становится либо руководитель подчиненных не видит документы, которые должны видеть, с которыми работают их подчиненные, либо был у нас случай, исходя из специфики предприятия, руководитель не должен был видеть документы, с которыми работают подчиненные, не все, по крайней мере, и вот такая проблемка у нас была. Это важно тоже учесть. Локальные администраторы тоже у нас здесь настраиваются, ну и настройки пользователей, восстановление паролей у нас происходит вот в этом меню. Здесь же для сотрудника, который отвечает за документооборот, за права, он может видеть отчеты, которые он использует в своей работе, это динамика очереди, дескрипторы доступа, состав очереди документов, сведения об информационной базе. Очень важно, чтобы у вас в компании были описаны некие регламенты работы вот этого сотрудника, который занимается именно правами, как часто он мониторит, как часто происходит контроль и обновление прав. Пересчет прав, если вы меняете какие-то настройки, если происходит, ну, принимается какое-то глобальное решение, которое к пересчету прав приводит, то нужно понимать, что это трудозатратно, занимает определенное время, и конкретный сотрудник должен за это отвечать. Если необходимо сделать пересчет прав, он как раз-таки, основываясь там на нагрузке на систему, основываясь на критериях, почему это необходимо, основываясь на своих показателях, он вот принимает такое решение. Вот, ну и, конечно же, отвечает, если вдруг кто-то получил права не те, которые нужны. Вот. В любом случае все вопросы, которые связаны у нас с документооборотом 3.0, сейчас не так много опыта у всех, наверное, компаний, кто работает, кто сейчас переходит, очень много вопросов, очень много вот таких вещей, которые мы видим, что новый функционал вроде интересный, классный, и всегда это связано с таким волнением, получится ли все, или будет хорошо, не будет ли каких-то там багов, накладок. Поэтому все-таки мы рекомендуем, если вы идете в автоматизацию, то нужно, во-первых, это четко описать процессы, четко назначить ответственных за каждый этап и внедрения, и обслуживания, как вы будете в этой системе работать,
особо четко следить за работой с правами, назначить ответственного человека, кто у вас будет именно за этот раздел отвечать. Вижу в чате у нас много вопросов, посмотрю, попробуем на какие-то некрупные хотя бы сейчас успеть ответить. Если пользователь в разных рабочих группах, у них разные права, то в любом случае запрещающие у вас будут главные, то есть в приоритете запрещающие. Права назначаются через полномочия. Анна вот задает вопрос. Права назначаются первый уровень через полномочия, и далее уже назначаются автоматически, исходя из прописанных алгоритмов. То есть есть прям описанные алгоритмы, какому сотруднику, какого уровня назначаются какого рода права при работе с документом, с мероприятием. То есть есть там большая таблица, вот я ее, к сожалению, не добавила в презентацию. Давайте я тогда в материалы к рассылкам это добавлю как дополнение, чтобы вы могли посмотреть, по какому механизму добавляются, расширяются кому права. То есть есть отдельно, какие права назначаются участникам, связанным с процессами по документу, какие права назначаются по мероприятию, какие по проекту. То есть там четко определено, если, допустим, как я привела пример, если руководитель проекта, то ему на редактирование предоставляются права и на все действия полные. Если это просто участники, то только на просмотр. Ну, это как один пример я привела. То есть каждому участнику свой механизм назначения прав. Так, я вот вижу, что вы друг другу уже отвечали в чате. Так, да, здесь можно, вот вижу вопрос про рабочие группы, да, здесь также используются рабочие группы. Так, Александр Чернов, если наложен гриф доступа и документ необходимо отправить на согласование принудительно человеку, которого нет в грифе, права расширяются на него. Вот этот вопрос я уточню. Сейчас я на него прям вот не готова, честно говоря, ответить, как правильно это сделать. Вероятно, есть какой-то механизм, как продумать это сделать, потому что запрос-то он как бы существующий и имеет, я думаю, место быть на практике, но вот как это применить, пока я что-то не могу понять, применить. Ну, вот про права, какие права идут по возрастанию. У нас есть полномочия, и уже грифы доступа ограничивают полномочия. Как запрещающие работают? Так, вот хороший вопрос по ЭЦП. По электронным цифровым подписям мы готовим вебинар, он будет, скорее всего, или в конце июня, или в июле, и мы будем и по использованию и квалифицированной цифровой подписи, неквалифицированной, и тройку, и двойку будем смотреть, то есть все возможности, которые у нас связаны с электронной цифровой подписью. Следующий вебинар, я надеюсь, что мы будем уже на локальном, на локальной версии смотреть, пока вот у меня веб-версия немного подвисает.
Вот мы сейчас открываем договор, форму, и видим, что гриф у нас установлен общий. Ну, я сейчас в данном случае просто на серверную версию через веб захожу. Это, наверное, вопрос к тому, как я сейчас использую. У нас на сервере расположена демо-база, и я захожу через веб, поэтому у меня не все права доступны. Так, ну, постаралась максимально на вопросы ответить. Мы еще более тщательно вопросы почитаем, посмотрим, может быть, что-то упустила. И в любом случае наш менеджер вас будут всех участников как-то с вами контактировать, будут прозванивать, вы сможете задать вопросы, ну и рассылочка вам придет, вы сможете задать вопросы, а также вопросы можете задавать по нашим контактам. Возможно, назначить встречу и пообщаться уже во встрече конкретно по вашим вопросам. Если вопрос потребует, там можно ответить письмом как-то, ссылкой на конкретный ресурс, где дан ответ, то мы поступим таким образом. Вот, материалы все придут, по контактам можете даже писать раньше. На сегодня с вами, коллеги, я тогда прощаюсь. Всем желаю хорошего дня. Спасибо за вашу активность. Очень приятно сегодня было с вами работать. Всем спасибо. До свидания.